Мне пришли, пожалуй, лучшие защитные стекла на iPhone. Начнем с матового стекла, и упаковка у него, конечно, здесь весьма нестандартная. Здесь у нас лежит то, что положено, тряпочки, салфеточки. Причем это само вот это стекло. Нет такого эффекта шершавости, но она типа матовая. Другое стекло уже с обычной поверхностью, то есть глянцевой. Нету там никакого матового эффекта. И распаковывать его будет мой отец. К слову, на его iPhone 12 это стекло и покупалось. Распаковка на телефон. Ты что, на мой телефон? Приступаем к замене. Удаляем старое защитное стекло, убираем соринки и пылинки. Клеим, убираем пузырьки, только аккуратно. И готово. Олеофобное покрытие тут просто космос, поэтому с этим проблем нет. Видео не реклама, поэтому ссылку на артикул в ВБ не буду оставлять. Но если хорошо попросите...